Пидорас, сука! Мы отрывались до мороза.땀도 풀이만 했는데 잘못해가지고 빠져버렸어. 오, 빠졌다. 터졌다. Посыпались запчасти, я и думаю, что с него сыпется-то все. Обойник, он клиент так странно относится, типа в теме, типа знаешь, что он кого вообще гуру. Обувь, он ходит в шортах и карго, знаешь, из кармана. Ух ты, ёб твою мать. Копать, копать. Ого! Ёлки-палки! Я чувствовал, что Украина даром не пройдет. Я же думаю, пахнет керосином и так далее.
Посмеялись. Эй, ку-ку. Ёбаный в рот. Ох, нихуя его крутануло, блядь. Че он там, блядь, пизданулся, что ли, блядь? Что такое, да? Ты на одной точке очень задерживаешь глаз. Медленно, медленно, тормози, 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 не тормози. Тормозила я.
всех, с вами Инга Киселева с прогнозом надгорья на завтра 6 метров, 4 длиной, ширина 2,5. Леша, ответь, пожалуйста. Твою бога ты в душу, ты мать нахуй, блядь. Скорую, это... давай, скорую. Скорую, 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 быстрее. Я за красных. А Серёжа, что ж, вы за белых? Я за русских, я за белых. Твою мать. Твою мать. Вот так дура, блять, а? Сука, блядь!